Здорово, Саня, переверни мне сутку. Здорово, Саня, пока, Саня. Но верни, не забудь мою теплую сутку. А, и не забудь у бомжа взять эту сутку и отдай Данилу фальшивые 50 рублей. А потом взять эти 50 рублей у Данила, обоссать их и положить ему в рот. А потом и насрать ему в подъезд, а потом подъезд и идти нафиг, потому что я знаю, что будет с тобой, его мамы.